собираемся посетить самый крутой зоопарк в мире. Здесь собраны животные со всего мира. Чтобы его посетить, надо 5 часов, 2 пары обуви, 2 пары ног, потому что одних не хватит. Много усилий, чтобы его обойти. Здесь собраны все животные мира. Много рептилий, много всего. Поэтому взять с собой еду, $42 на человека, и вперед этот зоопарк. Мы смотрим место, куда пойдем сейчас. В первую очередь зоопарк. Мы шли и шли, и перешли к такой черепахе маленькой. Посмотрите, какая она. Очень маленькая, хрупкая. Черепашка зоопарк. Не, валыга типа. Обед у вомбата австралийского. Thank you.
здесь миллионы бабочек, они садятся вам на плечи, на руки. Много людей смотрят, удивляются, какая красота. Обед в зоопарке. Еда стоит здесь $25. Это по меркам Австралии. Очень хорошие цены. Поэтому за ваше здоровье. Ребята, этот зоопарк самый интересный, где я был за всю свою жизнь. Поэтому я советую сюда пойти посмотреть этот зоопарк, потому что он один из наилучших зоопарков, где я был в своей жизни.